Качество отсюда, да. Это ручное. Так, разгоняется Феррари. Кстати, а много он ест бензина, этот стальной конь? Будем пробовать, будем тестировать, хронометраж делать. Еще не оттестировали, да? Только получили, да, вот как раз. Попробовали, да. Оно и с прослевым берет, то есть и мультирует, когда выгребать не надо. И гарантируют поставщики, что большая производительность. Самое главное. Какой тут мотор? Ну все оригинально, все Феррари, все Италия. Будем пробовать. Даже самокрутка можно прикладывать. А сейчас даже порослевую. Если раньше руками порослевую убирали, сейчас вот даже вот такое. И оно мультирует.